Так, приветствую вас, дорогие друзья, на канале Warriors Game. Продолжаем играть в игру Фермер Симулятор 19. И это у нас карта такая, выполненная в немецком стиле. Называется Nordfriesischer Marsch. Вот. В прошлой серии мы немножко так осмотрелись в местности вот, и прикупили кое-какие участки. Но я немножко решил, конечно, переиграть. Вот. Я первое поле продал обратно и 34-е. Ну, 34-е оно прям нам ни к чему. Вот. И вместо этого купил вот такое вот 21-е поле вот возле магазина, которое. Вот. Почему я это сделал? Да потому что оно дешевле и деньги нужны очень. Потихоньку сейчас прокатнемся до магазина, и надо будет уже потихоньку обретать кое-какую первую технику, да, и начинать работу. Дождь все еще идет у нас, так сказать, погода такая не очень вот. Ну что ж поделаешь, такая вот у нас выдалась ранняя весна, дождливая еще к тому же. И для начала, прежде чем купить технику, давайте-ка посмотрим, что требуется для наших полей. Вот. Это, во-первых, вот, надо это поле перепахать в первую очередь и нанести известь. Вот. Также 20-е поле нужно тоже вот перепахать. Вот. Ну, пахать-то в принципе не надо, вот там, и его нужно просто-напросто засадить травой, вот, короче, и это будет наш луг в сочетании, короче, вместе с 33-м лугом. Вот. То есть вот здесь будем высаживать, будем скашивать траву. Вот. Ну а для начала вот 21-е поле это будет наше для урожая. И потихоньку отсюда и будем развивать наш севооборот. Ну что ж, в первую очередь надо обретать кое-какую технику. Вот. И начнем-ка с малых тракторов. Вот. Неплохо было бы вот купить, конечно, вот такой вот Fiat. Он довольно-таки мощный. Вот. Но, к сожалению, немножко что мне не нравится в нем, так сказать, конечно, медленный очень. Вот. Вот такой вот у нас Fiat. Вот. И я еще присмотрел вот такой вот Fendt. Вот, за 76 тысяч. Он, ну, так сказать, не такой мощный, как Fiat, но можно сделать его помощнее, вот, чем на 150 лошадей, если там накинуть двигатель, вот, до 150 лошадей. Давайте-ка посравним. 150 лошадиных сил, да? А Fiat, так, Fiat у нас, ну, он сам по себе вот так 150 лошадиных сил, но он медленный. Ну, в принципе, для начала давайте-ка возьмем Fiat, вот этот вот. То есть, ну, он, так сказать, будет у нас служить, короче, если что, около фермы, да? Вот. У нас денежки еще есть. Ну и купим, естественно, и Fendt. Ну, Fendt мы возьмем, естественно, с креплением фронтального погрузчика. Фронтальный погрузчик нам тоже очень нужен будет. Это уже на первых порах, когда посев будет у нас, будем с помощью погрузчика загружать поддоны семенами. Вот так. Бренд колеса. Колеса. Это во сколько он будет? За 78 тысяч, да?
пока его, наверное, оставим вот таким, наверное, я думаю, да? Вот. Отлично. Вот, есть у нас теперь два трактора. Вот. Так, что же нам нужно? Это в первую очередь засеять травой. Вот, я присмотрел кое-какие вот такие культиваторы. Вот. 28 тысяч, 4,9 метров, 3,7. Так, ну для этого нужна слишком мощность. Так. Так, да, вот это вот возьмем. Наверное, я думаю, для начала его возьмем, наверное, только в аренду. Так, а купим лук. Так, лук. Лук, наверное, нам подойдет для наших тракторов. Только вот такой вот. Так, 150 лошадиных сил, да? Вот. 150 лошадиных сил. Так. Ну, этот 85. Так, ширина главной захвата. Так, 2,5. Это 2 метра, да? 2,5. Универсальные отвалы. И полосовые отвалы. Ух ты, как красота. Вот. Так. Ну, в принципе, возьмем этот плуг, да? Вот. Так, 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 так. И в аренду потом возьмем, наверное, культиватор, да, тот, который засаживает одновременно травой. Вот. Ну, подождите-ка, пока мы сейчас запустим первый трактор наш на обработку поля. Сто пятнадцать. Нет, пожалуй, фэнд я поставлю-ка мощную движку все-таки. Так, все-таки мощный двигатель мы ему поставим. Вот, потому что ему надо будет сейчас тягать пук. Вот. Настроим-ка. Эх, 17 тысяч еще. Ну ладно, что ж. Так, вот, отлично. Нормально. И отправим его сразу мы пахать в 21-е поле. Вот какой красивый плуг у него, да? Скорость такая у него приличная, 50 километров в час, да? Вот. Так, потихонечку здесь вот остановимся. Надо будет запахать это дело и принести извести. Так, давайте-ка, наверное, настроим работников, чтобы он потихоньку начинал здесь работать. Так. Скорость, давайте-ка посмотрим еще раз, чтобы удостовериться. 2,5, да. Так, поле 21 расположение. С разворотом. Так, островки в принципе обходить не надо, да? Так, маршрут сгенерирован.
разворачиваться в пределах поля, да, вот, и тут за границей поля ставим, естественно. Так, 6 метров достаточно. Вот, так. Так, теперь на Фиате. Так, еще раз заскочим-ка в магазинчик. Смотрели мы вот такой вот культиватор, который одновременно может сеять траву, да? Вот. Сейчас мы это так возьмем в аренду, потому что один раз вот всего лишь и нам больше не нужна будет. Так. Так, назад. И возьмем-ка поддоны с семенами. Вот, отлично. Так. Так, вот такой вот простенький трактор у нас Fiat. Вот такой вот медленный трактор. Ну, он, в принципе, если что, вот когда вот будет техника, количество техники у нас увеличивается, мы будем его использовать так, в качестве просто рабочей лошадки внутри фермы. Оно наше 20-е поле. Ну, мы его, естественно, это будем уже обрабатывать потихоньку сами. Так. Отпустить. Включить. Ну и погнали потихонечку. Так, тут у нас закончились семена, и наш фенд где-то забуксовал. Вот, сейчас мы его выдернем отсюда. Ой, как он заехал сюда, тоже интересно. Вот загадка эти. Thank you.
Надо было все-таки больше этого делать. Так. Отставить. Так. Да, поехали. Так, это уже наша ближайшая точка. Вот она, да. Так. Скайбук. Так вот иногда приходится помогать работникам, которые неопытные, с новой техникой не очень-то ладят. Ну а мы тем временем поехали со всем этим оборудованием к магазину, где у нас находятся наши семена. Так, несколько уже проходов мы сделали. С огрехами, конечно, кое-какими, но эти огрехи потом мы уберем. Вот. Так, какой же трактор этот медленный? Вот. Но все же, так сказать, лучше, чем ничего. Застрянет наш фен. Поехали дальше работать. Ну что ж, погнали. Итак, наш фент опять забуксовал. Поставил, чтобы он разворачивался в пределах поля. Если что, вот так вот будем выручать его, если что.
тут мы продолжаем потихоньку культивировать наше поле и заодно засеивать его травой. Снова у нас закончились семена. Вот. Ну и поехали снова к нашему поддону. Вот, уже почти больше трети, почти уже половину поля мы сделали. Это можно вот заценить только по карте. Так. Ну да, вот немножко кусочек остался, вот и все. Наш фент, работник на фенте пашет. Время от времени, конечно, застревает. Ну, он уже где-то треть поля сделал. И мы, наверное, скорее всего, вот когда закончим сеять травой, вот, купим еще один плуг и поедем ему помогать.
так я тут немножко зазевался, и у нас целый круг уже это кончились, оказывается, семена. Монотонная такая просто эта работа. Вот. Там как раз у нас чуть-чуть последний поддон остался. Наш фент уже почти половину поля там спахал. Но нам все равно как бы это придется немножко ему помочь. Надеемся, что хватит. Там-то совсем чуть-чуть осталось. Черепаха среди тракторов. Фиат. Так, наконец-то мы закончили. Вот. Засеяли травой. Давайте-ка, наверное, эти огрехи все-таки уберем, чтобы они вообще вот глаза нам не мозолили. Вот, благо. Еще пока семена есть. У нас семена закончились. Сейчас откатим эту сеялку мы назад. И купив плуг, мы поможем это нашему работнику на фенте, который пахать поле номер 21.
отлично. И купим-ка еще один плуг. Так, сейчас курс, наверное, скопируем у него. Ну, а мы тут будем потихоньку наблюдать за ними. Что ж, дорогие друзья, наконец-то мы наше поле допахали, 21-е, а грехи я уберу потом завтра утром. Очень уж затянулось это дело у нас. Давайте-ка наши трактора мы перегоним на нашу ферму под навес.
что ж, дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Всем удачи, дорогие друзья, пока!